18 ноября Институт международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета провел 8-й казанский конкурс выступлений на японском языке бунсей. На конкурсе свои речи представят 21 участник. Речи подготовлены на различные темы. После представления речи участникам будут заданы вопросы приглашенными преподавателями из различных вузов России, однако это японские преподаватели. В роли жюри выступили преподаватели Уральского федерального университета Японского фонда в Москве, а также представитель Японского центра в Нижнем Новгороде. Участниками конкурса выступили студенты Казанского федерального университета, а также Японского центра Сейко. Их оценили по следующим критериям: глубина и оригинальность речи, произношение, грамматика и ответы на вопросы жюри. Победитель конкурса отправится на стажировку в Японию. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.